А вот стройка перинатального центра на месяц приостановлена, но на сроках сдачи объекта это не отразится, заверил главный врач Ноябрьской центральной городской больницы Игорь Жуков. Он показал заместителю губернатора, какие работы здесь уже выполнены, где будут располагаться хирургия, гинекология, патологии беременных, новорожденных и недоношенных детей. К слову, оборудование центра уже закупается. На 90% оно будет европейское, остальные 10% – производство России и Прибалтики. Важно, что палаты для рожениц здесь будут одноместные, а также предусмотрены индивидуальные родильные залы. Как видите, перинатальный центр возведен. Требуются только отделочные работы. Сейчас идут работы по коммуникациям. Это вентиляция устанавливается. В принципе, планируется, что активно начнутся стройку дальше. И закончат перинатальный центр в те же сроки, которые планировались. Для нас, конечно, выгодней летом, чтобы закончили. Но, тем не менее, как сдадут, так мы готовы переехать. А что за сроки можно? Сроки февраль-март 2014 года.